Выпуск. История невероятного спасения. На 30-метровой глубине океана произошла у берегов Нигерии. Водолазы нашли живого человека в каюте корабля, 3 дня пролежавшего на дне Атлантики. Вот он, момент встречи судового повара, который, скорее всего, уже не ждал, что за ним придут, и водолазов, искавших тела погибших. Буксир, на котором 29-летний Харрисон Акене работал коком, перевернулся и пошел ко дну еще 26 мая, но видео появилось в сети только теперь. Остальные 11 членов экипажа тогда погибли, а кок, закрученный потоком воды, оказался в каюте с воздушной подушкой, которая и помогла ему выжить. Ну и, как сказал сам Харрисон Акене после спасения, молитвы, которые он читал все 72 часа.